Австралийский подросток остался жив после того, как его укусила одна из самых ядовитых змей в мире. Яд внутри материкового тайпана настолько сильный, что одна его капля может убить 100 человек. В 90% случаев укушенные этой змеей не выживают, и смерть наступает в течение 45 минут после укуса. Но для 17-летнего юноши все закончилось относительно благополучно. Мальчик сразу же обратился в больницу, принеся с собой змею. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, однако говорят, что его жизни ничто не угрожает. Внутри материковый тайпан обычно обитает в засушливых пустынях Центральной Австралии, за 1000 километров от места, где с ним встретился подросток. Мы были потрясены. Раньше мы никогда не видели тайпана. Они не водятся в этой местности, и укус тайпана очень опасен. Ему повезло, что он остался жив. Можно сказать, ему выпал счастливый билет. Как тайпан оказался так далеко от своего естественного ареала, остается непонятным.